И снова здравствуйте, Blender 2.8. Погнали смотреть, что он нам может еще дать. Допустим, вам хочется сделать быстро там стакан, чашку какую-то, тарелку, ну, в принципе, посуду, да? Как это все быстро сделать, что нам может предложить в этом плане именно Blender? То, что может предложить ZBrush, я оставлю ссылку под роликом. Как это делается там? Вот эта вся выкрушка и изготовление. Убираем баннер, левый щелчок, так, щелчок левой кнопкой мыши на свободном поле, зажимаем колесико, вертим, крутим. Появляется у нас здесь вот такой вот куб. Нажимаем на клавиатуре Delete, убираем Ctrl-Z, возвращаем, нажимаем табуляцию. Переключаемся в режим редактирования, нажимаем Alt-M, нажимаем в центре. И вот здесь вот появилась вершина. Но ее пока не видно, приближать, сейчас вы ее увидите словом. Нажимаем E и начинаем как ее экстрадировать. Опять же E, вот так поднимаем, щелчок левой кнопкой мыши E, щелчок левой кнопкой мыши опять же. Ровно вот так Е, колесико уменьшает, прибавляет вид, опять же Е, щелчок, Е, щелчок, Е, щелчок, ну и немножко вот так вот тоже Е нажать, ну и вот получается вот такая штукенция. Нажимаем B, выделяем все вершины, вот теперь, наверное, вам его станет виднее. Передвигать зажатое колесико, зажатый Shift, передвигается по экрану модель. Нажимаем семерку на нампаде, переключаемся на эту вот функцию Spin, и получается выделяется вот такой вот круг, вот такая выкрушка. И вот так все это дело можно крутить. Так, аккуратно состыковываем вершины. Зажимаем колесико, и вот получился вот такой графин. Быстро, удобно. Любую форму так можно выкручивать. Даже можно выкручивать полигоны, можно выкручивать ребра. Вот такая прикольная штукенция. Бокал получился в ZBrush. Можно его полностью поменять, ему сетку, сделать края потолще и сделать уже полноценный графин с некоторыми добавлениями, переделками тоже. Там есть такая возможность еще с ним поработать. Инфлат и так далее. Здесь тоже есть. Будем потом рассматривать уже в следующих роликах, как тут что уплотняется, как выделяется и так далее. Все, всем пока, до свидания.